Внимание! Начинаем наш видеоурок «Латинская Америка». Тренер Валерия Григорьева. Центр бальной хореографии «Фиеста ТГУ» ушел на удаленку. Тренировки с детьми не прекратились, просто подчиняясь законам сегодняшнего дня, они переформатировались, и из спортивных залов педагоги вместе с ребятами переехали в интернет. Правда, есть определенные трудности, периодические неполадки с подключением, да и сами танцы подразумевают тактильное общение. Мы в зале можем подойти и каждого поправить, а здесь приходится только голосом какие-то моменты их заставлять работать. Ну, есть неудобства, и, конечно, я еще раз повторюсь, сейчас мы работаем только над техникой и развитием физических качеств, то есть партерную гимнастику, общую физическую подготовку и отдельно по фигурам линии рук, корпус, постановка корпуса, работа стопы, такие технические, короче говоря, аспекты. В таком формате прошло уже 4 тренировки. Ребята охотно включаются в онлайн-занятия. Даже несмотря на технические заминки, видят плюсы подобного обучения. Дистанционные тренировки – это новый для всех нас формат занятий. Он показался мне очень интересным. На таких уроках можно более детально прорабатывать новые движения, учить фигуры, работать над своими ошибками. Большое внимание уделяется растяжке, стретчингу и общей физической подготовке. Главное быть внимательным и не думать, что раз педагогом разделяет экраны несколько километров, то можно филонить. Так результата не будет. Да и потом в зал рано или поздно вернутся все. И одуваться уже придется в офлайне по полной программе. Олег Рожков, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.